Привет, Самара Гис. И что ей ответить, когда, встрепенувшись и тихо подкравшись ко мне на носках, разбудит меня, как всегда, на рассвете, и пристально смотрит в глаза мне тоска. И как им не взяться, окрепшим от солнца, от запаха пыли и крика цикад, сомнением, которым на завтрак годятся, и счастье, и боль, и вообще все подряд. И можно ли деться куда-то хоть к черту, когда ты проходишь, задев рукавом, и шар начинает быстрее вертеться вокруг, только вот в направлении другом. И как достучаться до неба? Там лунно, и странно блестит самолетная нить. И встретившись с тем, кто все это задумал, покаяться в чем и чего попросить.